Вот еще из мультсериала Кот Леопольд. Мышки, Кот Леопольд, выходи под утро. Ребята, давайте же дружим. Дима Простоквашина. Крокодил Гена. Это что-то уже из современных мультсериалов. А это Марлуш Карлсон живет на крыше. Ну это и не пух я уже. Про него снимал репортаж. Так, ну в общем. Ну мне понравился символочка. В общем, все, еще раз всех успешно 17-м годом. Всех тюменцев, гостей города, да и вообще всех россиян и людей в других странах мира, по всей планете Земля. С вами был Игорь. Никак не хочет камера выключаться. Давай уже, руки замерзли.